Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» вышел в финал Кубка России. Накануне в подмосковных Люберцах подопечные Владимира Колесникова сыграли ответный матч против «Синары» из Екатеринбурга. Напомню, первая встреча полуфинала завершилась разгромной победой «Газовиков» 5-1. Футболистам «Синары» для выхода в финал нужно было сотворить чудо, поэтому они бросили все силы в атаку и буквально с первых минут встречи играли без вратаря. Это приводило к ошибкам, которыми пользовались югорчане. В дебюте первого тайма команды быстро обменялись забитыми мячами, а на 11-й минуте югорский нападающий Александр Пирогов вывел команду вперед и, можно сказать, снял вопросы о финалисте. Гости голову не опустили и несколько раз догоняли соперника в счете. Когда на табло застыли две четверки, уральцы смогли провести результативную атаку и вырвать победу в этом матче. Итоговый счет 5-4. Несмотря на поражение, благодаря разнице забитых мячей, в финал вышла команда из Югорска. Теперь за второй по значимости трофей в стране «Газовики» сыграют с МФК «Тюмень». Напомню, «Газпром Югра» – серебряный призер Кубка России по итогам прошлого сезона.